Всем привет! Сегодня мы делаем пряники радужники. Изучать будем цвета. Пряники будем украшать. Будем использовать пряники и глазурь, да? Мы сделали глазурь радужных цветов у нас. И будем изучать цвета радуги. Первый цвет красный. Первый цвет радуги красный, да? Красный цвет, держи. Вот он я, держи меня. Какие печеньки, покажи, мы сделали в форме? Сердечки. Как хорошо у тебя получается концовка такая. Оранжевый цвет, держи ты. Вот же я, держи меня. А куда будем другой пряник раскрашивать? Давай. Я хочу еще. А, ты хочешь здесь сделать волнами? Я хочу, чтобы было радужное. Хорошо. Молодец, умница, ты придумала. Следующий цвет идет желтый. Желтый цвет, где ты? Вот же я, держи меня. Следующий идет зеленый. Зеленый цвет, держу ты. Вот же я, держи меня. Глазики. Вот же я, держи меня. Теперь берем другой. Ты другой пряник хочешь? Да. Далее идет синий. Синий цвет, держи ты. Вот же я, держи меня. Такие цвета мы уже использовали. У нас есть еще сердечки. Будем рисовать. Последний фиолетовый. Как мои крылышки, как мои ободки. Фиолетовый цвет, держи ты. Вот же я, держи меня. Последний цвет радуги, это у нас фиолетовый. Ева раскрашивает всеми цветами радуги прянички. Получаются радужные прянички. Яркие прянички. Смотри, один я сделала. Теперь нужно. Голубенький. А какой, Ев, цвет радуги тебе больше всего нравится? Ну, всем нравится. Все нравятся? А вот посмотрите, какой пряник сделала мама. Радужный. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Вот все цвета радуги. Вы запомнили, ребят, радуги цвета? Давайте я повторю. Красный. Оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Вам какой больше всех цвет нравится? Напишите комментарии и поставьте лайки. Смотрите, какие у нас радужные пряники. Вот такая красота у нас получилась. Вообще. Давай. У нас есть видео, где мы печем прянички. Да, Ев, и где мы их разукрашиваем также. И рассказываем состав теста. И поэтому, ребята, вы готовьте с мамой или с папой, да, такие пряники. Посмотрите на наше видео, сделайте такие вкусные пряники, радужные. Приготовьте глазурь и делайте пряники, такие радужные. Ага. Но мы расскажем, глазурь можно купить готовую, развести водой, а можно сделать самим. Мы вот сами ее сделали, просто из белка. Да, дочь? Да. Только это мама. Мама только сделала. У нас даже на заднем фоне обезьянка радужная. Пробуйте также и расскажите о своих результатах.
поделитесь с нами, что у вас вышло, да? И мы посмотрим, как у вас вышло. Я не могу налюбоваться просто на эти красивые прянички, Ева. Какие у тебя потрясающие прянички вышли. Я тут мама помогла, мама сделала таким ровным, а у Евы такой он прям красивыми разводами. Ева, ты настоящий художник. Red. Red. Красный. Orange. Orange. Yellow. Yellow. Green. Вайлет. Готовьте со мной такие пряники хорошие. Всем пока-пока. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь пряников, как цветов радуги.